Группа кызылординских ребят проходит специальные курсы на базе военно-технической школы в Таразе. Цель курса – подготовка юношей к службе в армии. Военно-техническая школа регулярно организует бесплатные трехмесячные курсы по подготовке молодых ребят к службе в армию. На каждый курс набирается по 35 курсантов в возрасте от 18 до 25 лет. На летних курсах 10 будущих солдат из Кызылорды. Я пришел на курсы, чтобы до призыва в армию пройти учебно-тренировочные упражнения и научиться водить военную технику. Здесь созданы для этого все условия. Мне нравятся и нагрузки, бег, разные упражнения. Нас, таразские ребята, приняли хорошо. Я думаю, что каждый гражданин страны должен пройти армейскую школу, научиться военному искусству. Занимаемся большей частью практически. Изучили уже почти полностью многоцелевой тягач легкобронированный. После прибытия с армии думаю связать свою жизнь с армией, дальше пойти работать по контракту. Три месяца курсанты осваивают все воинские специальности. К примеру, здесь готовят водителей механиков и военной техники, связистов. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты. На базе нашего филиала проводится подготовка механика-водителя многоцелевого тягача легкобронированного ТЛБ для нужд вооруженных сил Республики Казахстан. По программе 508 часов обучения, из них 334 часа отводятся на практическое вождение.